Приветствую вас, стратегии, с вами снова Рима. Сегодня у нас третья серия игры под названием Crusader Kings, третья часть. Ну что ж, в прошлой серии мы создали королевство, и теперь наша задача, справиться с внутренними проблемами, а их у нас, поверьте, очень много. Давайте я вам объясню. В первую очередь нам надо найти себе достойного жениха, именно нашего персонажа, потому что мы сейчас играем за Ханым Мутлу. Это как раз дочь нашего предводителя, за которого я играл, но тут уже помер своей смертью. Насколько я помню. Итак, ребята, давайте найдем для нее жениха. Вот у нас первый претендент, который, его зовут Тугор. И, кстати, у нас брак будет непосредственно матрилинейность. То есть это получается все наши дети от нее, которые дети будут, они будут именно принадлежать нашей династии. Это очень важно, вы смотрите на это. То есть, если так, это будет принадлежать другой династии, и другая династия сможет потом претендовать на все наши титулы. Главное здесь не перепутать. Вот, поэтому ставим эту галочку. И первый, кто согласится, это отец его. Вот он. Вот, и его сын получает тут Тургут. А, сын персонажа, верховный вождь Узлюк. Давайте посмотрим, смотрите, у него 1200 бойцов. Как раз будет и союз, все такое. Мы из этого брака ничего не будем иметь, никакого престижа. Однако он поимеет престиж и шанс завести детей средний. Посмотрим на его характеристики. Непритязательность, что дает интриги минус 1 и ученость плюс 2. Также застенчивость, дипломатия минус 2, ученость плюс 1. И упертость, управление плюс 3. Зато мнение сюзерена и вассалов минус 5%. Также хозяин паутины, что дает интриги плюс 6. А нам останется с ним хорошо заиметь какие-то дела. Принимаем. Теперь у нас есть муж. Далее идем. Нужно выбрать образ жизни. Насколько я помню, да. У него образ жизни был управление. Непосредственно, в детстве она более склонна к этому образу жизни. И здесь уже два перка открыты. Архитектор. Кстати, это очень важно. Потому что архитекторы дают скидки на стоимость строительства, возведения разных зданий. В наших владениях. И сборщица налогов она у нас еще. Поэтому выбираем тот же самый архитектор. Правда, на налоги надеяться не стоит, потому что мы все-таки племя. У нас в основном, деньги приходят с войн и с грабежей и все такое. Домен, долг, управление и мнение придворных и гостей плюс 20. Согласие вражеского заговорщика. Давайте, наверное, домен выберем. Будем прокачивать дальше управление. Получим скилл под названием архитектор. И там дальше больше посмотрим, куда пойдем. Так как у нас бонусы к этому есть. Кипчатское ханство. Теперь. Нужно нам войну закончить. Сейчас мы захватим столицу наших противников. Это у нас ЖТСУ, да? ЖТСУ с ним вообще воевать не стоит, я вам скажу. У них довольно хорошие бойцы. Вот, теперь нам надо как-то разобраться со своими вассалами. У нас их очень много. 1, 2, 3. Вообще у нас 6 вассалов. Это слишком много. Нужно передать вассалы к другим вассалам и так далее. Вот это, так, герцогство здесь. У нас 2 герцогства, которые подчиняются нам. И здесь надо будет герцогство еще создать обязательно. Чтобы передать его вассалу. Желательно создать вассала непосредственно. А вот, кстати, вот герцогство. Оно уже существует. Вот, могущественный вассал. Это не наш дом. Нужно будет попытаться забрать у него этот титул. Отдать его нашим родственникам. Как обычно делают в СНГ, да? Все под родственников, ребята. Так, здесь. А здесь что за титул? Добавить закон и уничтожить титул. Кстати, мы можем один титул... Нет, один титул отдавать нельзя. Нельзя, нехорошо. У нас 2 титула вообще, да? Здесь и здесь. Это наши профки. То есть, все наши профки, домены здесь находятся. У нас 1 профка всего лишь. Это наша столица. А остальные профки раздались нашим сыновьям. Ну и брату, там, сестре и все такое. Он тоже, кстати, хочет стать советником. Надо как-то разобраться с этими профками, если честно. И да, и вообще законы надо переделать. Законы наследования нужно переделывать. Нам сначала следует принять ограниченный авторитет вождя, потом принять высокий авторитет вождя, затем принять абсолютный авторитет вождя, чтобы потом уже идти в сторону феодализма. Но это нам еще не скоро предстоит сделать. Надо. Вакантное место в совете. Особое внимание Crusader Kings именно не только во внешней политике вас занимает, но еще и во внутренней политике. Если у вас бардак и хаос внутри, то у вас никогда мира не будет. У вас всегда будет восстание, всегда будет происходить против вас фракции
и все такое. То есть вассалы, которые не могут... Вот эти вот, возможно, когда вырастут, они будут против нас делать какие-то козни и восставать, собирать людей против нас, чтобы обрести независимость и все такое. Это нужно пересекать. Для этого что надо сделать? Нужно для начала... Давайте сейчас пока дадим... Ну, вот наш дядя, вассал, да? Пусть он будет тайным агентом. Но вот могущественные вассалы пока еще не выросли. Как они вырастут, они будут требовать места в совете. И, конечно же, нам нужно это реализовать. В первую очередь, нужно с шаманкой хорошие отношения иметь. Потому что все через нее, ребята. Если у нас плохое отношение с ней, будет очень все плохо. Поэтому делаем происки и план влияния против персонажа Гюндюз. Гюндюз. Хорошо. Не знаю, получится, не получится. Ладно, давайте пока что войну закончим. Там дальше будет уже видно, что мы будем делать. Союз принят. Может быть, призвать союзника? Давайте призовем союзника, чтобы он нам помог против нынешней войны. Хорошо, приветствую. Я, говорит, принимаю ваш призыв. Отправляем маршала, чтобы он возглавлял нашу армию, собранную. Прибыл именитый гость. Ну, посмотрим. Так, здесь у нас воспитание, да? Мы получаем 100. Либо получаем 300 административ. Ну, правда. Так. Давай административки 300 получим. Прям как у каратиста. Правда, мы получили еще и стресс. Нам следует потом чуть позже пойти на охоту. Хорошо. Мы здесь все захватили. А где наши противники? А, пойдемте пока что освободим свою провку. Нет, через наши земли давай пройдем, пожалуйста. Наши противники где? Куда они пропали, интересно? Ускорим время. О, война объявлена! Мобилизация! Подожди. Так. 5449 их. На моей стороне сила, у тебя же лишь слабость. Разве нужны другие причины, чтобы отобрать у тебя желание? Мобилизация. Да будет так. Война. Гускольское завоевание домена вожества в ланде Аркад. Окончено ханым. И больше не владеет графством. Так, у нас одна война закончилась. Вторая началась, к сожалению. И ЖТСУ. Нам, ребята, объявляют войну. К сожалению. Это плохо. Но со своими внутренними проблемами, конечно, нам будет очень сложно решить. Призываем союзника еще одного. У него 1000. Так, не может быть призван в качестве союзника против его сюзерена, вассалов. А, его союзник, его сюзерен. Ну что ж, ребят, нам надо как-то подумать. У них полно бойцов против нас. И реально очень все плохо. Мы даже полки еще не успели создать. Давайте хотя бы еще легкую пехоту создадим. За счет... Скажите, я скажу. Так, распускаем здесь. Здесь удаляем место сбора. Здесь перемещаем вот сюда. Хорошо. Ну что ж, нам теперь нужно что-то сделать. А Котчу не ходит. А, у него вообще войск нету. И обычно я в таком время пытаюсь найти новых союзников. Как я это делаю? Смотрю, кто не женился, кто не замужем. Вот кузена можно ему устроить брак. Ты ему никак не устроишь брак. Браки. Запахло жареным. Возможно, мы в этой серии потеряем кое-какие территории. Эта игра не прощает ошибок. Тут, в принципе, я никаких... Походу быстро возвысился, еще не успел восстановить свои силы. Поэтому вот такие вот у нас дела. Кузен. Ладно, будем так искать тогда. Киргизское ханство, может быть, с ними как-то пообщаемся. У них, кстати, бойцов маловато. Так, Кыпчатское ханство, вот с ними бы еще заручиться союзом. Ух, было бы классно. Наша, его дочь. Не получится. У нас детей нет, чтобы... Нам надо как-то... Так, а за что они воюют? Захватческая война. Ханство, владение. Кыпчатское ханство. Возможно, да.
Они хотят, чтобы мы были под их управлением. Блин, это печально, ребята. Я так обрадовался, я так думал, что сейчас будет все хорошо. Но нет, ЖТСУ не захочет с нами мира. Единственное, его можно попытаться убить. У него военка хорошая. И наследник вроде бы нормально. Убийство 21%. Не получится. Не получится. Блин, нам надо было с ним хотя бы заручиться какой-то поддержкой, союзником. Но, к сожалению, да. Нужно подумать. Да, его вассал, конечно, против хозяина, но никак не пойдет. Нужно подумать, ребят. Если бы я предвидел такой исход, я бы пошел в подчинение киргизское ханство. Я бы ему присягнул на верность, ребята. И нас бы никто не тронул. Мы бы могли бы, конечно, отчислять кое-какую дань временно. А там дальше больше мы уже развились. Потому что сейчас, конечно, возможно, мы потеряем свои владения. И, скорее всего, это, наверное, не будет гейм-овер. Мы будем где-то начинать с нуля за другого представителя нашей династии. Как-никак, чтобы закончилась игра, наша династия должна погибнуть. У наших членов династии 9 человек. Ну что ж, ладно, поехали, собираем войско. Погнали. И наемников нанять мы не сможем. Денег не хватит нам на это дело. Печально? Печаль, беда. Будем пытаться, конечно, выжить. Хотя вряд ли это получится. Так, наш маршал здесь. У него разбой. Агрессивная атака. Вражеские потери 25%. Давай тогда агрессивную атаку сделаем. Будем ждать. Будем ждать. Вылавливать по одному каждого. Погнали. Ускоряем время. Как-то, как-то нужно сделать. Еще кто-то вступает в войну. Да вы что, вы мне... 4218 человек против 1591. Просто гребаная жесть. У нас 0 союзников. Вы просто издеваетесь, что ли? Так, могущественный восстал. Вот, этот чувак уже вырос. Что ты умеешь? Сюда я тебя не могу воткнуть, да? Давай я тебя тогда в управление отправлю. А, это тоже... У нас очень много могущественных вассалов. Ты никудышный бояка, вояка. Ладно, его надо все-таки в управление куда-нибудь кинуть. Блин, ну это плохо. Давай мы тебя тогда сюда закинем. Да, назначить. Да, увольнять, да. Так, 57 суды. Потому что он все-таки герцог. Как-никак. Как ни крути, он герцог, ребята. Угу. Настроение изменилось. Ремасенка, поросенка. Вот еще один могущественный вассал. Ладно, он пока довольный. Все хорошо, не трогаем его. Здесь что у нас? 15, 14. Ладно, остальных пока не трогаем. Запахло жареным. Запахло жареным. Печаль, беда. И самое этот, обида, что вообще сейчас союзников нет. У нас же погиб тут. Помер король. Устроит брак. Ну, никак. Никак, ребята, никак. Вот бы им кто-то сейчас объявил войну. Эх, было бы хорошечно. 4000 против нас. А, ну давай, он что, хочет придворную освободить. Давай за 20 баллов. За 20 золотых. Нам надо гору занять. Ну их очень много будет. Так, горы, холмы. Холмы, холмы. Что-то я катка не вижу, ребята. Вы видите, какой каток? Сейчас он появится. У нас еще одно всего лишь владение. Гребаное доменное. Вот, каток пошел. Здесь у нас степь. Степь, степь. Ладно, давайте попробуем их шатнуть. Мы их вряд ли, конечно, шатнем. Да, скорее всего, мы проиграем. Они первее пришли на осаду. Убегай, 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 убегай. Давай, братан, давай, давай, давай. Но мы проиграем, но у них будут большие потери. Должны быть большие потери. У нас первый ранен. Наш наследник погиб в битве. Прекрасная новость, я вам скажу. Очень прекрасная новость. Вакантное место. Управляющий. Отправляем сюда одного управляющего. Так, кто у нас наследник? Кузен. Он... Так, он архитектор. Все в архитекторы идут, гребаны. Нахер нам архитекторы нужны? Вы мне скажите, пожалуйста. Проиграли мы одну битву, но не войну пока что. Нам надо затянуть как можно быстрее войну.
Они захватывают уже все эти места, к сожалению. Если мы сдадимся, он получает титул. Я становлюсь... А, мои вассалы становятся его вассалами. Если я сдамся, да? Я становлюсь его вассалом. Хан. Вот этого вассалом я становлюсь его. Ну, в принципе, не все потеряно. Если даже этот... мы проиграем, а мы, скорее всего, проиграем. Этот дебилоид объявляет войну этим дебилоидам. Ну ладно, давай, хорошо. А то мы сейчас потеряем союзник. Мы уже потеряли в прошлой серии союзника одного. Скорость пополнения, конечно, жесткая. Тут еще нас грабят. А, это наш союзник и наши вассалы там пошли на грабеж. Так, нам надо вылавливать их. По одному, ребят, по одному. Так, линия наследования титула. Я следующий. Наши тут вассалы еще прыгают, бегают. Кстати, почему я не могу призвать вассалов еще? Ну, видите, механика игры не даст именно своих вассалов, чтобы наши же вассалы нам помогали. 1300. У нас 1645. Пойдемте освободим. В принципе, можно сдаться, да, и уже стать вассалом его. Кстати, я титул потеряю, если я... Подождите, если я сдамся, титул потеряю. Так, не то я открыл, прошу прощения. Если я сдамся, вы становитесь вассалом. Становитесь вассалом. Да вроде не должен я титул потерять. Хотя он тоже король. Но он могущественнее, чем я. Мы только-только завоевали все. Грабеж вот тут идет у нас. Нас сверху что грабят. А, пусть грабят. 1500. Мнение. Так, ученость. Дипломатия. Нет, давай военку получим. Так, они к нам идут, да? Идут к нам. 25 дней, 19 дней, 20 дней, 19 дней. Давай суды, потом суды. Надо их поотвлекать. Ай, не успели. Не успели. Минус один еще у нас. Ну что, ладно, будем биться до последней капли крови, потом станем вассалом его. Зато мы его кровь тоже чуть-чуть порасходуем. Ладно, давайте, ребят, на ускоренном марше. Рано мы радовались, я вам скажу. Профессиональный рабочий. Размер гарнизона. Давай размер гарнизона. Гребаный насос. Увеличит отряд один. Мы их будем сейчас дрочить, короче, вовсю. Да! Да, сука! Красавелла! Захват! Ребенок растет! Так, это кто у нас? Чё? А, это наш муж вырос, что ли? Я не понял. Будет гордиться. Какой ребенок? Да что, у нас детей нет пока что. Ладно, интересно. Да, ребят, мы победили в этой битве, но не в войне. В единственной битве мы победили. Только, пожалуйста, захватывай побыстрее. Кстати, у нас есть кто с осадой? Доблесть, хорошо. Ладно, хрен с ним, давай тебя. Подожди, а кто у нас с осадой хороший? Без навыков осады у нас вообще никто. У нас у береги еще нет никаких. Так, 27. У береги. Богатуры их зовут. Ну-ка, давайте еще. У нас должен быть кто-то, чтобы имел... Нету. Ладно, ждем. Сейчас они прибегут обратно. Быстро-быстро захватывай. Отлично. Давай сюда. Давай вот так вот. И вот так вот. Завоевание на домен. Это идет уже давно.
Два года назад вы обещали мне помочь. Так, ну, наш союзник, который начал войну там против этого. Короче, пошел в жопу. Так, у нас новая. Аясу. Пусть будет. Что тут, битва, да, намечается? Давай. Не, не получится, бро, у тебя ничего сделать со мной. Не получится. Не... Ай, как хорошо, ребята, битва пошла. Пошла, пошла, пошла мазута. Сейчас мы освободим свои. Так, вождь станет друзьями. Хорошо, давай. Теперь освобождаем остальные земли. У нас сверху там, да, еще пошли, ребята. Да будет так, победа. Сейчас мы... У нас там закончилась война, которую союзник сделал. Сейчас вот этих добьем, как раз через свою территорию пройдем и восстановим свои силы. Минус. Отлично. Теперь вас возвращаемся туда. Хорошо. Вы можете открыть новое достоинство. Вакантное место. Блин, ну доверять вассалу, который меня терпеть не может, такое место, как тайный советник, я не хочу. Давай лучше этого тайного советника сделаем. Минус стресс сделаем сейчас. Нам бы закончить эту гребаную войну. Что тут у нас происходит? А, отправить предложение. Пошел. Скорость пополнения ополчения 100%. Конечно. Конечно, братан. Конечно. Приветствую туда сразу. А этот туда. Блин, ну мы сейчас затащим эту битву, ребят. По идее, мы должны затащить. Так, они пошли в нашу столицу. А, они пошли за мной. Ну ладно, давай. Так, они добили нас. Мы сейчас уйдем назад. Что тут у нас? Этого мы не сможем вызвать. Могучим вассалы. Пошли опять захватывать. У них, кстати, огромные потери. Требование претендента. Священное право на титул Кыпчатское ханство. Принадлежит мне. Пошел ты нахер. У нас фракция против нас пошла. Блин, зря я туда пошел, конечно. Что-то их многовато стало, блядь. Тихо, 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 тихо. Жесть, но тут, конечно, с этой гребаной фракцией я просто в шоке. Ребенок растет в моем чреве. Муж будет гордиться. А, я же баба, да. Пиздец. Тут еще и восстание. Ой, боже мой, я еще не успел создать королевство. У нашего королевства распадается. Греба на насос. Я надеюсь, они между собой будут воевать. Или не будут они между собой воевать. Ну все. Мы почти, ребята, победили. Но у нас, к сожалению... А, они между собой херачатся еще. 97%. Мы сейчас проиграем, я стану вассалом. Меня завассалили. У нас тут еще потери будут на чужих землях. Ну, конечно, да. Мы сейчас ничего не сможем захватить. Все, конкретно мы проиграли войну. И мы стали вассалом. Да будет так. Итак, да, мы стали вассалом. Приглашение, он еще приглашает на совет. Итак, ребята, мы вошли в состав ЖТСУ, к сожалению. А, у меня отняли титул короля, королевства. У нас остался всего лишь титул Казахская степь. И теперь настает черед интригов. Потому что и иначе я ничего не смогу сделать. То есть у нас настает реальная интрига. Мы сейчас будем строить сначала. Застраивать все свои владения полностью. У нас пока что одно владение. Другое владение. Так, сколько у нас вассалов, кстати?
Два вассала. Это наш брат и Судау-Судау, да? Нас жестко завассалили, к сожалению. Управляющий. Давай, ты будешь управляющим. Нам надо сейчас со своими... со своим советом помириться. Пообщаться. Туда-у-сюда-у, анау-манау. Так, ты будешь здесь. С тайным советником сблизиться. Отлично. Время строительства здания, время строительства владения. Минус 30%. Ну, давайте хоть добьем тогда архитектора. Сколько нам лет? Кто у нас наследник с этой войной? Наша дочь-наследница. Будем завоевывать опять все эти провки. По-любому будем их завоевывать и застраивать. То есть, получается, видите, мы в состав ЖТСУ вошли. Нас завассалили просто тупо и все. А игра не окончена, не переживайте. Все хорошо. Окончание войны, да будет так. Просто уже начинается очередь интриг. И все такое. Мы сейчас посадим, по-любому посадим своего человека в нужные места, в нужные посты. Кстати, нам дали пост. Где дали пост? Сюзерена, я маршал. Да, я маршал. Мне дали пост маршал. Я же величественный. Да, и у меня очень мало престижа. Ну что, остается сделать пир. Устроить пир. Чтобы немного престиж заполучить. Добро пожаловать, друзья. Потом стресс нам надо убрать. Недолго мы радовались. Давай стресс уменьшим. Хорошо. ЖТСУ. Ханство владения ЖТСУ. А, подожди, так он не король. Он император. А не, он король. Да, вот империя. А, ну если мы его убьем, он не сможет удержать нашу корону. Эй? А, подожди, нет, он же уничтожил мой титул уничтожил. А, да-да-да, уничтожил мой титул. Вот, он забрал его, узурпировал титул. Понимаете? У него два титула. Эти титулы скоро разделятся, если он империю не сделает. Нам надо будет потом титул вернуть. Но для этого нужно застроить именно свои провки. Забрать провки других. То есть придется поубивать своих родственников, к сожалению. Иначе никак. Признание. Кстати, глава дом Нур-Султана теперь не я. Глава вообще другой чувак. И мы не сможем наследие открывать. Нам нужно наследник главы. Да, глава не я. К сожалению. Угу. Как тут интересно быть? Ну, так себе серия, если честно, получается. Гребаный насос. Как теперь быть? Как теперь быть? А как линия наследия посмотреть? Я уже не знаю. Да, ребята, теперь я не глава династии. Но мне кажется, все, я, кажется, уже давно не глава династии. Я только просто, наверное, заметил. Так как я играю за женщину. Скорее всего, так. Надо посмотреть прошлую серию, как это было. Вот. Мне кажется, как только у нас появится сын, потом он будет моим наследником, то сразу я вернусь. Хотя, в принципе, без разницы. Главное, что наша династия жива и все нормально. Вот. Если, конечно, из династии никто не останется, понятное дело, что у нас игра закончится. Поэтому можно не расстраиваться. И сейчас уже пойдет вторая фаза. Первая фаза у нас была военка. Мы завоевали королевство. Потом все-таки у нас отняли это королевство. Теперь будем путем интриг и застройки наших провок будем, ребята, завоевывать остальное. Кстати, ну вот по поводу интриг. Кто у нас с наследником? Что она изучает? Пока ничего не изучает. Она у нас очаровашка. Интрига плюс один. Надо будет... В принципе, можно ее... Нет, да? Так, матрилинь... Нет, не получится. Мы можем сейчас путем династических браков заполучить хорошие претензии. Ну, нам придется, конечно, вот это все доучивать до архитектора. Я все-таки хочу доучиться до архитектора, чтобы застроить все. Что у нас там? Централизация, развитие в столице плюс 3.0 в месяц. Так, народное мнение плюс 50. Предел домена плюс 2. Да я думаю, не стоит сейчас пока этим заниматься. Время строительства, стоимость строительства в золоте. Хотя, давайте, ладно, доучим все это дело. И дальше больше уже пойдем. Так, слабое влияние на... Это кто? Мой кузен. На главы династии.
Давай, он у нас под на крючке. До новых встреч. Плюс 10. Так, подождите, у нас большие расходы. Убираем. Уменьшит. 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 У нас большие расходы в плане престижа. Минус 0,7, господа. Очень плохо, очень плохо. Соберем бойцов для налетов. Надеюсь, меня сейчас никто не перехватит здесь. Возвращаемся обратно. Короче, будем делать налет. Перемирие закончено. Да ладно. Хорошо, слава идет о нас. Честно, я вот про механику династии так и не понял. Как стать главой и все такое. Ну, неужели женщина не может стать главой? Она должна, она может стать главой. А то парадоксов засудят сейчас и все. Сейчас вот этих вот тоже грабанем. Ребенок растет в моем чреве. Муж, верховный вождь Тугор будет гордиться. Надеюсь, сын будет. Надеюсь. Так, возвращаемся обратно. Хорошо. Куда дальше можно пойти? Куда можно дальше пойти? О, Житесу, смотрите. Кыпчатское ханство. У нас есть невероятно. Подожди, подожди, подожди. Распустить. У нас есть невероятные претензии на это ханство. Невероятные, ребята, претензии на это ханство. На королевство. У нас невероятные претензии на это ханство. Мы можем вернуть это ханство. У них войск нет. Сырарка, киргизское ханство. Но ЖТСУ нас захерачат. А, кстати, у них ни одного союзника нет. У них умер главный этот и распалось. Я-то не знал, я-то не заметил об этом. Блин, зря я распустил пацанов, конечно. Ой, как зря, ой, как зря. Собрать пацанов, кто у нас падает. У нас, господа, невероятные претензии на это ханство. Так, 2000 с чем-то. Ну, у них хорошие союзники. Ну что, нам теперь придется сватать нашу дочь. Так, ну это же ТСУ, да? В принципе, можем. Так, матрилинейный, пожалуйста. Я не хочу прерывать своих пацанов. 300 с чем-то. А что у нас с сыном, кстати? А, у нас сына нет. Я подумал, что у нас сын есть, но у нас его нет. Печально. Одни индузы, короче, могут только к нам отнестись, да? Печально. Давайте пограбим тогда. 15 здесь. Давай сюда. Вот у нас и мальчик. Батыр будет. Так, ты нас грабишь, да? Хорошо. Ах, нифига себе. А, я думал, мы проиграли. Итак, дорогие друзья, не расстраивайтесь. Все еще впереди, не переживайте. Все будет нормально, все будет чики-брики. Вот это ханство сейчас только бы забрать. Так, 0, 0, 0. Здесь 0, там 0. Так, 800 с чем-то. Надеюсь, мы сможем. 49 дней, 32 дня. Давай 32 дня. Нам надо свалить от них. Ой, сколько потерь у нас будет, жестко. Так, еще один ребенок. Нифига. Тарахтелка у меня нормально работает. Так, сын-наследник. У нас появился сын-наследник. Это прекрасно. О боже, невзрачность. У него минус к этому, да? Так, ЖТСУ, что тут у нас происходит? У них 1700 бойцов. У нас максимум бойцов 1096. Я, конечно, в составе ЖТСУ нахожусь. Но это не страшно. Итак, строительство военного лагеря дает ополчение плюс 150. Либо строительство, давай, военного лагеря. Плюс 150 ополчения, пусть будет. Нам понадобится этот военный лагерь.
Слушай, а что за война у нас происходит? Защитники, атакующие. Я атакующий. А, там внизу. Да ладно, нам, в принципе, там сейчас не до войны. Сколь бы ни было велико мое облегчение, радость моя, они сравненно больше. Я родила двух очаровательных девочек. Офигеть. Давайте Тура. Мура и Тура будет. У нас двойняшки, ребята. Просто невероятно. Так, вакантное место. Супруг, супруга. А почему супруг со мной здесь нет? Подожди, что за вакантное место? Эй. А, это сюзерен же е. Это вот мой совет. Превосходно. Превосходно. Да. Это просто гребаная жесть. Так, это наши вассалы. Да, ребята, к сожалению, вот так вот. То есть мы получили королевство и просрали королевство. Но это не конец. Не переживайте, все будет впереди. У нас очень много разных сообщений. Так, низкий контроль. Богатуры малочисленны. Можете решить, кого, какого опекуна. Так, это кто? Наследник мой? Это моя дочь, я хочу наследника. Так, наследник первой линии. Мой сын будет наследником. Посмотрите, ребята, мой сын будет наследником вот этих земель первой линии. Это даже очень хорошо. Вот этих земель. Вот этого надо чпокнуть. И мужа, то есть надо чпокнуть. И мой сын будет наследник. Убийство. Интересно, смогу его убить или нет? Ну ладно, в принципе, хорошо. По-любому наследник будет мой сын. Как бы здесь можно не бояться. И у нас, кстати, признание увеличивается. Очень хорошо. Один герцог и два графа в разных странах и все такое. Это тоже хорошо. Начало было плохое, к сожалению, к великому сожалению. Но ничего, мы прорвемся с вами. Тише, Мора. Так, у нас девочка одна болеет. Большое процветание благодаря стаду. Так, подожди. Стадо что дает? Развитие, прирост развития в месяц. Большое стадо. 20%. Либо мы получим бабло. Давай бабло. Конечно, развитие тоже хорошо, но мы и так развитием занимаемся. У нас одна профка всего лишь. Нам надо законы менять. Нам много чего надо менять. Пойдем пока возьмем охоту. Созывать охоту. 150. Хорошо. Еще 150. Просто невероятно. Престиж у нас увеличивается. Вот этих ребят сейчас мы можем покорить и забрать у них титул тоже. Короче, нам надо дальше идти, потому что ЖТСУ по-любому рано или поздно они ослабили, ребят. У них нет сильного правителя. Мы можем, в принципе, убить, попытаться, да, либо попытаться взять претензию на их титул, именно ЖТСУ. Но сейчас большая претензия именно Кипчатское ханство, и у них огромные проблемы, их просто херачит все подряд. Вот, и рано или поздно кто-то из нашей династии сядет на этот трон. Нам надо было сразу же попытаться. Ну, видите, у нас сразу начались проблемы. Большие проблемы. В плане внутренней проблемы. Нам объявили войну. Пока не торопимся и строимся. У нас всего лишь 902 год. Это еще начало игры. А много чего произошло. Так, победа. Скачиваю так уважение. Угу. Ну, у нас стресса нет, давай посмотрим. Поучаствуем в скачках. Тут такая движуха пошла, смотрите, вокруг все. Но ЖТСУ сейчас они улетят. По-любому улетят. Мы сейчас будем уничтожать эту династию из караханидов. Вот, династия, дом из караханидов. Мы их будем просто вшатывать.
Эй, что ты делаешь? Это не мое дело. Интриги. Это не мое дело. По крайней мере, конь не рухнул на меня. Мы получим ранение. Серьезный штраф. Ну давай получим ранение. Так, мы получили свойство... А! Он получил свойство ранения. И козел Ташлык получает 300... Ну, блин, ладно, хрен с ним. А, я тоже получил. Моя красавица получила тоже ранение. Безрассудная храбрость. Подожди, кто ты там у нас? Влияние. Давай так делаем. Плюс 10 мнений. Прекрасно. Итак, мы улучшили отношения со своим тайным агентом. Превосходно. Теперь с шаманкой надо улучшить отношения. Как-никак. Она наша красавица. Кстати, мы тоже можем создавать фракции против нашего сюзерена. А это чуть позже. Если до этого дойдет, то я вам покажу, как это делается. Вы можете решить, какого опекуна. Это кто? Это дочь. У нас сын властный стал. Прекрасно. Так вот это физическое свойство, конечно, убрать бы. Невзрачный. Это плохо очень. Вы можете открыть новое достоинство. Погнали. Народное мнение. Плюс 50 в наших профках. Прекрасно. Отлично. У нас народное мнение увеличилось. Кстати, народное мнение тоже влияет на множество факторов. Это, ну, типа, мы популярная фигура. Вот. У владельца должны быть те же этот туда-сюда. Так, подождите. Беременность. Ребенок растет в моем чреве. Жестко. Ты получаешь все необходимое. Я еще вся избитая, смотри. Так, опыт административно увеличивается. Потеряли сколько? 50. Зато у нас... Прошу прощения, опыт. Сейчас скоро мы архитектора получим, господа. Выдержка, конечно, выдержка будет. Щедрость. Усердие. В принципе, усердие тоже хорошечно. Но у нас прирост стресса. Давай стресса, давайте выдержку стресса. Стресс, ептать. Так, это моя вторая дочурка. Начинаем ее воспитывать. Что я хотел? Я хотел... Так, что у нас? А, я выздоровел. Прекрасно. Я хотел... А, я хотел строительством заняться. Посмотреть, что мы можем еще построить. Улучшить нельзя пока что, да? Культура не позволяет. Хорошо. Ну, давайте рынки построим. Сейчас застроим всю свою профку. И там дальше больше посмотрим. Пусть пока они там воюют, херачат друг с друга и все такое. У нас чудесная дочка. Гюляй. Пусть будет Гюляй. У нас одни... В основном дочки... Сколько там? Четверо дочурок, да? И один сын всего лишь. Душу моталь, душу моталь. Сынок, сынок, сынок. Киргизское ханство? У нас будет союз с киргизским ханством? А, не-не, подожди. Это не союз, это... Это, получается, претензии на киргизское ханство. И Баттер получает 1000 престижа. Слушай, ну... Прикольно. Ну, а такая толстушка. То есть ей 18. Мне сколько будет моему сыну? 4 года. Но детей будет мало, потому что она... Пока он вырастет, она еще старше будет. В принципе, дальше... Я не вижу достойных никого. Пока не вижу. Пусть пока растет, сейчас другие вырастут, еще будет еще известней. Да, господа? Печально, да. Печально, что мы потеряли все. Я представляю, что в комментариях происходит. Но это игры от парадоксов. Что вы хотели? Такова судьба. Так, у нас болезненность еще одна появилась. Нам бы, конечно... Вот этот титул бы забрать себе обратно. У него союзник, конечно, хорошечный. Да хрен с ним, давай тогда. Наши претензии заберем. А, нам надо престиж еще. Устроить пир. Давай, устроим пир. Заберем престиж. Интересная беседа. С мужем у нас интересная беседа пошла. Так, мы получили слабое влияние над мужем. До новых встреч. Все, мы можем сейчас объявить войну.
за этот гребаный титул. Наша претензия. Их 1600. 1600, ребята. Нет, нам нужен... Ай-яй-яй-яй-яй, как я уже устал, боже мой. Сколько тебе лет? 10 лет? Нам нужно устроить брак. $419,606. 40. А ты где вообще, Вася? А, ты далеко от меня, Вася. Матрилинейный еще надо выбрать. У него вообще претензии на что-то. Так. А по союзам? Ничего. Вот тебе и династический брак. Это старый там. Слушай, откуда у него союзник появился? Етит вашу налево. И они воюют со своими соседями. Да хрен с ним. Кто не рискует, как говорится, тот не смотрит Римаса. Претензии. Нур-Султан. Погнали. Ух ты, ёптать, подожди, во. 375 у нас будет минус престиж еще. Штраф к престижу 750. Подожди, нет. Нам надо 6 престиж получить. Ладно, я же сказал, мы же не торопимся, да? Жетесу. Ладно, ждем, ребята. Ждем. Все нормально, все хорошо. Вы можете открыть преимущества. Предел домена 2, но это никчемная шняга. Грабеж тут происходит, это не наше дело. Богатури малочисленный. Блин, престижа не хватает, реально. Печаль, беда. Да, эту игру надо стримить. Душу мотал. Усердие, давай оставим ему усердие. Ну, старушка моя, сколько тебе лет уже? 38 лет, ну, молодая, хорошечная. Мнение. Плюс 75 престижа. Прекрасно. Так, а теперь мы сможем объявить войну? Братан, верни мне мое ханство. Иди сюда, Вася. Так, столицу надо забрать. А, давайте вот этого чпокнем сначала. Заберем здесь, там, тут, туды, сюды, ванау, манау. О, как вас много. Как вас здесь много. Хорошечно. Так, они же освобождают своих ребятюль. Сколько у нас предел? Предел. 1400. Давай в столицу. Сейчас восстановим своих пацанов. Плюс 40 в месяц. А куда они, Себастьян? Проиграл войну. А, хорошо. Давай их добьем. Он пытается Себастьян сделать, ребята. А мы их догоним. Ладно. Перезахват. Ой, ёптать. Как же это было больно. Так, с кем мы еще воюем? Я что-то не пойму. С его союзниками, что ли? Так, атакующие защитники. У него один союзник, все же, ну. А, мы еще воюем с этими чуваками. Вот с этими чуваками еще воюем. Прекрасно. А, восстанавливаемся. Офигеть, у нас батакуров нет нифига. Фанатизм оставляем. Либо отвага. Давай отвагу дадим. Получим стресс. Богатуры, вы где все? Етит вашу налево, богатуры. Возглавить. Я буду возглавлять эту армию, короче. Ничего вы не умеете. Ничего вы не умеете делать. Так, добили одних. Кипящая злость. Пусть ты и верховный вождь, но ты все равно буйная шлюха, говорит.
Я разозлился на свою... Чего, ваш дядя? Я по... этот... Отлично. Давай сюда, давай. Ай, ты пошель, мачель, аманджель. Так, застенчивость. Торопливость. Обжорство. Оставим застенчивость. Прекрасно. У меня есть уже... Кстати, смотрите. Сейчас очень важный момент. Я выиграл... вернее, те выиграли войну, с кем воевали с кипчатским ханством. Теперь... Мне предстоит воевать вот с этим благородным чуваком. Подожди. Да. А, ну да. А, он проиграл эту войну. А он воевал с этим чуваком. Война продолжится. Ну давай захватим. Так, кто еще остался? Столицу заберем. 1800. Подожди. Ай! А что так? Я не понял. У нас мало этих профессиональных бойцов. Нам бы пригласить кого-нибудь. Давай сюда. Ай, богатуров мало. Пригласи. Заходи, залетай. Молодец. А мы можем кого-нибудь призвать, интересно? Да, можем. Почему я этого не делал? Могучий вассал требует места в жопе. Так, ладно, архитектора берем. И фокус военная стратегия. Могущественный вассал, говорит. Так, а ты как у нас? С дипломатией у тебя не ахчи, да? Так, ну, вассал, все. Отлично. Кыпчатское ханство нам бы, конечно, завоевать. Кто против меня? Их 3382, у меня 1291. Придется немного помансовать. Так они еще между собой херачатся тут. Нормально. Давай через нашу территорию. Нам надо быстренько завершить эту битву, войну. Так, ребенок растет в моем чреве, туда-сюда. Оставим фанатизм. Так, 747. Давай, быстро. Столицу забрали, по-быстрому. С кем мы еще воюем? Мы еще воюем с кем-то, да? Хер поймешь, с кем они там друг с другом воюют, херачатся. Сару. Так, у нас мальчик. Тулун давай будет, мальчик. 51%. Развитие какое здесь? Давай, пограничные. Тихо. Назад. Ладно, мы пока восстановимся, они попытаются забрать свою столицу. Ты кто такой вообще? Ты их союзник, да? Ты из семьи? Я понял, да. Сейчас они столицу обратно заберут. Это все страшное недоразумение. Так, ладно, давайте восстановимся немного. 1400 нам надо хотя бы восстановиться. У нас всего лишь одна провка. Мы одной провкой пытаемся что-либо сделать. Понятное дело, что у нас еще есть вассалы. Давайте еще раз столицу заберем. Потеребунькаем их. Так, доверчивость. Пусть будет доверчивость. У нас стресса. Я не хочу сейчас зарабатывать стресс. Две тысячи. Так, они идут обратно. А, так они разбиты и уходят назад. Сейчас пока они одуплятся, я захвачу еще раз. Под чубок нам надо, ребята, быстренько захватывать королевство. Оу. О, наш супруг помер. Матрилинейный брак. Миловидно будет так. Нет, у нас будет минус престиж. И это нехорошо. Ладно, пока не буду замуж выходить. У нас уже есть
Тихо. Назад. Назад, бро, назад. Мы не успели уйти назад. Кого можем еще призвать? Короче, у нас жопа полна. Так, мы получаем 50 здесь. Подожди. У него есть... У меня есть его дети. Ага, детишек много. Мы можем их завербовать. И потом забрать их себе. Надеюсь, мы сможем это сделать, наверное. Узники. Договориться об освобождении. А, мы можем получить влияние, да? Не, пока пусть они сидят у нас. Я вам скажу. Пусть они пока сидят у нас. Он сейчас со многими воюет. Смотрите, что тут творится. Просто гребаная жесть. Мне надо было цель просто отменить и все. Жестко, жестко, жестко. Поражение. Итак, наверное, куратор. Естественно, ужас. Прирост контроля. А что у нас тут получается? Преимущество обороны при... Это туда-сюда. Повышение контроля. Вражеская оккупация не снижает контроль. Прирост ужаса. Прогресс осады против мятежников. Не то. Содержание армии минус 15%. Скорость пополнения ополчения на дружеской территории плюс 100%. Стоимость найма наемников минус 30%. Абсолютный контроль. Получает абсолютный контроль над графством. И получает еще куратор. Ну, такое себе. Мне кажется, здесь будет интересней. Здесь, видите, урон тяжелой пехоты. Стратег, шматег. Туда, сюда, вон, вон, вон. Давайте стратег возьмем. Мы сегодня выиграем эту войну. Не выиграем? Нет, не выиграем, наверное. Так. Знание пересеченной местности, преимущественно на холмах, в горах и в болотах. Это что у нас тут? Холмы? Это у нас степь, ёптать. А, мы уже не успеем. Нам бы в горах бы, в холмах с ними подраться. Хорошо, ладно. Ты чё, Римас, ёпта, играть не умеешь? Так, они идут к нашей столице. У нас тут степь. 17 дней. 15 дней, 17 дней, 15 дней. Давай назад. Столица, столица моя уходит. Так, а давай другого посмотрим. Доблесть. Подготовку персонажа. Урон плюс 100, выносливость 10. Эх, печаль, беда. Так, 15 дней. Успеем уйти? Не успели. Ну, в принципе, нормально. Сейчас смотрите, что мы сделаем. Сейчас они пока захватят наши... Вот это дело, мы их сейчас еще раз потеребункаем. Мы сейчас так уйдем. Союзнички, к нам идут суды. Все. Мы сейчас победим, ребят. Так, он попытается позвать мое сердце. Завещает прорезки. Я буду возглавлять этой армией. Достаточно достоинство военный уклад. Фокус. Вакантное место. Бро, подожди, подожди, подожди. Нанять придворный. Назначить. Так. Сейчас наша столица улетит. Блин, это очень плохо. Ну, в принципе, если мы проиграем войну, ничего не будет. Как бы с этим ничего не будет. Так. Тяжелая конница, легкая конница. Давай ко мне иди. Плюс одна дочка. Слушай, дочка, ты не хочешь нам заключить какой-нибудь союз, пожалуйста? 1900. Это далеко. Это далеко. Нам нужен союзник. Что-то у нас игра, конечно, пошла не в ту степь, я вам скажу. Все было под контролем. Ну, что-то произошло не так. Ничего страшного. Это у нас была, ребята, третья серия. В следующей серии я сейчас кое-какие проблемки тут решу. С этими воинами, со всеми делами. И будем уже потихонечку восстанавливаться. Впрочем, мы еще много... Как бы... Много мы не потеряли. Рано или поздно мы опять станем королями. Тут можно все потерять просто в один миг, потому что у нас нет хорошечных законов,
закон о наследовании и все такое и тому подобное. Рано или поздно все нормализуется. Главное в этой игре что? Терпение. Вот. И увидимся скоро. До скорых встреч. Надо добить эту войну. Проиграть либо выиграть и уже заниматься внутренними делами. Всем пока.